Анонс и итоги выхода 51 серии турецкого сериала «Преданный». 51 серия сериала выйдет в эфир 11 июля. Ранее в сериале мы увидели, как Тарык готовит сюрприз на день рождения своей сестры Яшин с помощью своего маленького племянника Айше. В тот же день, когда Яшин приходит к мужу в офис, она подслушивает его разговор с сестрой Гюзиде о том, что он никогда не любил Яшин, что ему надоел этот так называемый брак, только потому, что Гюзиде охотится за богатством семьи и Тарыка. Яшин потрясена новостью. Она спешит подать на развод и поговорить с Тарыком об их уродливых планах. Гюзиде в ярости от того, что ее планы вот-вот сорвутся. Вызывает какого-то парня, чтобы он проследил за Яшин и помешал ей встретиться с Тарыком раньше нее. Но все идет ужасно не так, и парень непроизвольно стреляет в Яшин, и она сразу же умирает. 51 серия сериала выйдет в эфир 11 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.